14 апреля Брест присоединился к республиканскому марафону «Спасибо медикам». Проект реализует Белорусский республиканский союз молодежи совместно с республиканским унитарным предприятием «Белпочта». Вдохновленные смелостью и отвагой медицинских работников, юноши и девушки отправляют им открытки со словами благодарности и признательности за их тяжелый труд. Это очень такая нужная, считаю, интересная акция, потому что она действительно душевная. Мы подготовили специальные открытки во все учреждения, медицинские учреждения Брестской области со словами благодарности, с искренними словами благодарности, потому что сейчас идет, понятно, и трудовое выгорание, и, наверное, эмоциональное. И это мероприятие совсем не направлено на то, чтобы, как сейчас модно видеть, молодежи там хайпануть и так далее. На самом деле открыто, еще раз повторяюсь, искренне поблагодарить медиков за работу, и чтобы до них вот этот теплый посыл дошел, и чтобы они ощутили нашу поддержку. На каждой открытке изображение сердца, а еще искренние слова благодарности и признательности. В такое тяжелое для всех время любая помощь и поддержка важна, считают активисты. К слову, присоединиться к акции может каждый. Эскиз почтовой открытки можно скачать в интернете и распечатать, или сделать своими руками. Послание с пометкой «Спасибо медикам» Белпочта отправляет бесплатно. То, что мы сейчас сделаем, эти пару слов в открытке, надеемся на то, что им будет это приятно и сделает какое-то вдохновение им принесет. И понятно, что у них также есть свои семьи, есть свои дети, но они практически 24/7 находятся на работе и борются за жизни людей. Поэтому хочется их поддержать, хочется сделать им приятное в эти трудные моменты для них. Мы хотим выразить благодарность медработникам, которые оказывают помощь в такой тяжелый период, можно сказать, нашей жизни. И хотим выразить им огромную благодарность за их преданность работе. И сказать им огромное спасибо. Поблагодарить героев нашего времени можно, не выходя из дома. В социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм также можно написать слова благодарности, снять видео или фото и опубликовать с хэштегом «Спасибо медикам». Тогда они смогут увидеть и прочитать ваше послание. Ирина Кузьмич, Виктория Нечаева, Павел Малышонок, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания МВК-ТВ.